Добрый вечер. Это обычное шоу ДНК на канале НТВ, и я его очень обычный ведущий. Мы, как пусть говорят на Первом канале, только немного очень сильно дешевле. Каждый герой нашей передачи чем-то да похож на Дэнни Трехо, только пахнет донским табаком. Встречайте, наш сегодняшний герой – Роман Кулясов. Чё ты, а? Чё ты пришла сюда, проститутка? Позорить меня пришла Роман, ты, Роман, а? Роман, успокойтесь, никого еще нет. А, нет. Шоу только началось, да. Вы первый гость, присаживайтесь на диван. Ого, прямо на диван? Да, прямо на диван. Чё себе? Садитесь. Ладно. Рассказывайте. Короче, свою проблему. Я требую провести ДНК-тест, потому что я сомневаюсь, что это мой ребенок. Я реально, у меня сексов с людьми не так много было, реально. Я этот помню, серьезно. Мы понимаем ваш довод. Скажите, пожалуйста, Роман, а почему вы только сейчас начали об этом задумываться? Ну, сначала было непонятно, вот, но он же растет. Так. И как бы, а у нас у Кулясовых есть такая характерная черта. Мы это, ну, русские. Вот. А у Елисея вот как бы такой характерной черты нет. Это интересно подмечено. Да. Давайте посмотрим на фотографию Елисея. Будьте добры, пожалуйста, выведите на экран. Ну что ж, давайте разбираться в этой запутаннейшей истории. Хотя, по-моему, и так все понятно. Слово нашим экспертам. Слушайте, я вам сказал, что мне в 6 надо на день рождения уехать. Да, вы говорили. Вы сказали, что до 6 мы все успеем снять. Да. Сейчас без 5-6. Я через 5 минут уеду. Спасибо, это было мнение нашего эксперта. А сейчас выслушаем другую сторону. Бывшая жена Романа, Ольга, она у нас в студии сегодня. Давайте встречать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же так? Как же так, люди? Олечка, Олечка. Олечка, успокойтесь. Успокойтесь. Все. Успокойтесь. Мы обязательно вернем вам вашу баклажку. Пиво, конечно. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. Она стоит, ее никто не трогает. Пожалуйста, начинайте. Да что, не хочет это сына признавать, потому что алименты не хочет платить. Это кровиночка твоя. Столько лет душа в душу прожили. Действительно, прости меня. Брыганы, хватит! Вы чё, блин, сразу помирились? Не надо мириться сейчас! Не надо сейчас мириться! Да? Да, конечно, у вас шоу только началось, а вы уже помирились, обнялись. Блин, ладно, садитесь, короче, сритесь дальше. Вы чё? Садимся. Два часа шоу, потом что будем делать после вас? Помирились. Посидим. Я помню. Итак, друзья, давайте послушаем мнение нашего эксперта. Сегодня у наших экспертов есть, конечно же, вопросы, иначе нахрена они нужны. И сегодня у нас в студии мистер Кредо. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы точно мистер Кредо? Тан-тан-тан-тан. Та-да-да-да-да-ра-тан-тан-тан-тан. Та-ра-та-ра-да-ра-тан-тан-тан-тан. Та-ра-та-ра-та-ра-тан-тан-тан. Мистер Кредо, пожалуйста, если у вас есть вопросы по сложившейся ситуации, мы... В этой ситуации я полностью на стороне Романа. У меня был вот точно такой же случай, как у него. Я тоже трахал Ольгу. Ах ты, сука! А я думаю, откуда у тебя новые ковры, блин? Ты чё, не пойму, Чё, Ты чё, Ты чё, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Чё, ты? Иди сюда, Ты чё? Ой! Ты чё, А ты чё, Ой! 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 Чё, Ой! Ой! Короче, у нас нет охраны, все равно вы махаться не будете. Либо махайтесь тогда, либо давайте садитесь дальше расстраться. Вы чего? Слава богу. Повезло тебе. Все. Чего? Давайте дадим слово нашим экспертам. Наверняка у них есть вопросы. Будьте добры, пожалуйста. У меня вопрос. Да. Можно я пойду? Ну как же шоу, вам что, не нравится? Нет. Ну что, прям вообще не нравится все? Шляпа лютая. Ну как мы стараемся тут что-то... Ладно, это было мнение нашего эксперта. У нас в студии друг Романа, который в буквальном смысле прискакал его поддержать и не верит тому, что говорит Ольга. Штефан. Заходите, Штефан.
твой брат? Мой брат, я тебе говорил, не связывайся с ней. Я тебе говорил, не связывайся с ней. Она гулящая. Ее весь поселок по макушке узнает, брат мой. Не связывайся ты с ней. Скотина ты, ты мне в любви клялся. Говорил, бросай Кантужинова своего. Будем с тобой вместе жить и страницу сделаем одну в соцсетях. Не говорил я такого. Не говорил. Говорил мне в ухо. Я что, конченый какой-то? Я тебе говорю, я такого не говорил. На ухо говорил мне. Что, ха-ха, я такого не говорил. Скажите, пожалуйста, а... У вас были отношения со Штефаном? Да это какие там это отношения? Так просто мелкая интрижка. На лицах посидели друг у друга и все. Ах ты, сука предательская. Ты что, в бабу мою заглядывал, что ли, а? Мой брат, такого не было такого, мой брат. Я клянусь солнцем и ветром, такого не было, мой брат. Чтобы какая-то алкашка мне на лицо садилась. Ну ты о чем говоришь, а, мой брат? Ладно, какая-то хорошая, скромная девочка, да, из порядочной семьи на лице у меня посидела. Это другое дело. Я порядочная. Ну какая-то алкашка, а что ты? Нет, конечно, такого не было. Иди сюда. Ты чё? Ты чё не поймал, а? Ты чё не? Иди сюда. Ой. Иди сюда. Растащи ему. Иди сюда. Ты чё базаришь? Иди сюда. Ой. Иди сюда. Сядь на место, мой брат. Сядь на место. Иди сюда. Ой. Иди сюда. Сядь на место. Иди сюда. Нет. Ты сядь на место, ты иди сюда. Ты. Ладно, сюда. Оба сюда. Я сяду. Оба сюда, оба сюда. Ой. Давай. Нет, встань. Давай, иди сюда. Ты сел. Оба сюда, иди. Иди, 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 иди. Что я? Иди, сядь, сядь. Иди. Ладно, ты сиди. Иди сюда. Иди сюда. А, нет, сядь, сядь, ты сядь. Я не понял. Давай, я с ней. Давай. Оха, тихо, ой. Тихо. Тормози. Тихо. Ну чё, блин, черти, я сказал, у нас нет охраны. Сели, я сказал, быстро. Давайте обратимся к эксперту. Ах, сволочь, сбежал. Ладно. Ну что, друзья мои, настал момент истины. Вы готовы узнать правду? Я приглашаю в студию нашего эксперта. Эксперта судебной медицины. Уважаемый эксперт судебной медицины шоу ДНК. Вам слово. Категорически приветствую вас. Итак, сейчас мы выясним, является ли Роман Кулясов биологическим отцом своему сыну. Или это не его сын, и кто-то другой пёхал Ольгу. Пристегнул наручниками, капал воском на соски. Вот так тихо приговаривал. Что, нравится тебе, сука, нравится? И за шею вот так за шею. Нравится тебе? Судебный эксперт, пожалуйста, задрал. Хватит, давайте, пожалуйста. Я это все вслух сказал? Да. Задумался. Так, сейчас. Сейчас. Итак, вероятность того, что Роман Кулясов все эти годы воспитывал своего сына, составляет 50%. Чего? Чего? Ну, как? Ну вот, там просто в слюне мусор какой-то попал. И по результатам ДНК-теста Роман на 50% отец. На 14% бычок от Айкоса. А 36% вообще делись куда-то. Не нашли. Ай, Руслан. Ну что ж, к сожалению, бюджет нашей передачи не позволяет нам сделать повторный ДНК-тест. А, ну поэтому давайте на глаз разберемся в этой запутанной истории. Можно, пожалуйста, еще раз фотографию сына на экран? Сыночка, сыночка, вот смотрите, значит, это Елисей. Кто согласен со мной, что Роман и Елисей вообще не похожи? Я? Кто согласен? Я согласен. Что он не мой сын, не похож. Да, что да. Не похож. Да. Да. Что не похож. Ну что, Ольга, вам реально кажется, что он похож? О, одно лицо! Одно лицо! Глаза его! Мои? Твои! Я считаю, что Елисей похож на Штефана. Кто еще считает? Конечно! Кто еще считает? Конечно. Кто еще считает? Мистер Кредо считает. Все. Кто еще считает? Нет. Все, 4-3. Победил Штефан. Штефан, поздравляю. Получается, вы пёхали за спиной жену друга. Ага, за дурака меня тут решили принять, да? Я сразу через 12 лет понял это. Чё ты не поймал? Ты, чё ты? А? Ты, иди сюда. Это хвост моего коня! Иди сюда, иди сюда, Тихо, 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 тихо. Иди сюда. Ну что ж, друзья мои, с вами было шоу ДНК. В следующем выпуске нашей студии мы стравим между собой еще 5-6 алкашей и постараемся, чтобы в этот раз была драка. Идеально, чтобы кого-нибудь пырнули ножом. Увидимся, пока. Мистер Кредо.
вечер. Добрый. Вы точно мистер Кредо? Ты чё не помнил? Чё? А? Ты чё? Я тебе говорю, такого не было. Чё? Что? А? Ты покойно? Ты чё? Ты чё? Ты чё не помыл? Иди сюда. Иди сюда. Ты чё? Иди сюда. Чё? Чё ты? Ты чё не помыл? Иди сюда. Ты чё? Так, сюда иди. Ты чё? Что? Ты чё? Ты чё не помыл? Ой! Ты чё? А? Ты чё? Спокойно. Ты чё? Так, тормози. Ты чё? Успокойся! Ты чё не пойму, а? Ты чё не пойму, а? Не ломай студию, блядь. Студию, блядь. Нихуя себе. Извините, извините, извините. Извините, я плотник, я сейчас все сделаю. Все. Вообще-то надо такие трюки репетировать, но. Ты чё? Ты чё не пойму, а? Ты чё? Давай, давай. Короче, черти, блин, все. Чё вы, блин, давайте, Роман, Штефан, этот, как его, Клава Кока, кто вы, мистер... Мистер Кредо. Мистер Кредо. Там. Тара-тара-тара-тан. Садитесь. Садитесь, все. Давайте тоже, все, соберитесь. Ольга, Роман, Штефан. Ага. Мистер Кредо. Все, чуть не сказал Дженнифер Хадсон. Ладно, все. Категорически приветствую вас. Итак, сейчас мы выясним, является ли Роман Кулясов своим... Итак, сейчас мы выясним, является ли Роман Кулясов биологическим отцом своему родному сыну. Или это не его сын, и кто-то другой пёхал Ольгу. Пристегнул наручниками, капал воском на сосос. Является ли Роман своим биологическим отцом? Дай заново выйдет. Варя, ты как будто по блату у нас. Ну, по блату. Это Рагутин. Давай. Агутин после рехаба. Блядь, мы же не так репетировали драку. Чего ты начал уходить? Давай, давай. Нет, вот. Не, мы же уходили. ЧПДЛ ученый был, помните? Блять, как жарко. Все, успокоились, успокоились. Ольга, Роман, Штефан, Эминем. Все, успокойтесь, пожалуйста. Итак, вероятность того, что Роман Кулясов воспитывал своего сына... А? Как можно было там ошибиться? Я вообще без понятия. Шел и вот так упал. Во, ты чуть близко-то. Клэ-мэ-нэ. Надо было дальше. Не дошел до одной буквы. Чуть перепутал. Сыма. Давай, давай. Все, Руслан, задрал. Давай, соберись. Итак, сейчас мы узнаем. Сейчас. Выплюнь, выплюнь лишние буквы. Все, вместо сейчас. Итак, когда мы узнаем. Вообще перепутал. Вероятно, ну, все, давай, все. С этого. Итак. Итак, сейчас мы узнаем. Вероятность того... А, нет, вообще с этого места. Добро пожаловать на вызов, суператлеты! 12 звезд. Приехал только за победой. Я по жизни победитель. И 12 интеллектуалов. Я молекулярный биолог. У меня 3 высших образования. Станут напарниками. Кто из них пройдет все испытания и выиграет 10 миллионов рублей в новом проекте «Вызов»? Я не знаю, Галина! 15 октября в 2 часа дня. Девиз нашей программы: «Да на тебе пахать надо!» На ТНТ.